По твоей вере, ты хочешь креститься в Иисуса Христа? Да. Мы крестим тебя в Иисуса Христа. Ты готова креститься по своей собственной вере? Да. Готова следовать за Иисусом во всем, что у тебя есть? Да. Аминь. Хорошо. Умри со Христом. Римлянам 6:4. Мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Воскресни с Христом! Я свободна. Я свободна. Out of the dark into the light, thought I was lost in life, but then he came and opened up my eyes. Thought I was weak, no strength, you held me up with your hands, made me believe that nothing is in vain. Lord, with you I overcome. All that was will be undone when love comes around. Жизнь, она как пульс, взлеты и падения. У тебя есть большие битвы, большие победы, и так оно и продолжается. А если пульс плоский, ты мертв. Так много людей живет этой мирской жизнью, делая одно и то же снова и снова, и так не начиная жить. Мы тоже жили такой жизнью, не живя на самом деле, не имея жизни в себе, потому что мы просто делали одно и то же снова и снова, ожидая иного результата. Я понял, что обычное христианство безопасно. Традиционное христианство безопасно. Даже если мы преподносим его радикальным, оно безопасно. Ты знаешь, что делать, что зачем происходит. Ты знаешь, как взбираться по лестнице вверх. И твоя семья знает, что есть только одна четкая дорога. Но когда я начал ходить ведомый Святым Духом, это стало совершенно... Не опасно, но неустойчиво. Ты вообще не знаешь, что будет завтра. Но это безопасно, потому что ты знаешь, что ты находишься в руках Бога Отца. За моей спиной церковь, в которой началась реформация Мартина Лютера. Как раз 500 лет назад, в эти самые дни, Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов на дверь этой церкви позади меня, потому что он увидел, что с церковью что-то не то, что-то было неправильно с католической церковью. И с этого началось то, что стало известно как реформация. А мы получили то, что называется лютеранской церковью. Но Мартин Лютер не вернул церковь к тому, что мы видим в Библии.
У меня за спиной по-прежнему церковное здание. И снаружи мы не увидим разницу между католической и лютеранской церковью. У нас все еще есть церковная система. Но где жизнь? Нет жизни, ведомой Святым Духом. Жизни, в которой Иисус жил бы в нас Своим Духом. В которой мы видели бы, что люди освобождаются, исцеляются, а демоны уходят. Около 9 лет назад мне поставили диагноз затылочной невралгии. Это очень болезненное заболевание, при котором нервы в голове сдавливаются мышцами. Сначала мне это возникло слева, в задней части головы, и постепенно развилось и справа. Это было очень больно и сильно ограничило мою жизнь. Я не могла в полноте наслаждаться жизнью. Я не могла смеяться, я не могла бегать или делать что-то активное, потому что учащенное сердцебиение вызывало боль. Я ходила ко многим врачам, чтобы как-то справиться с болью. Однажды эти люди помолились за меня. Я начала трястись, и что-то начало проявляться. Сейчас мы помолимся Богу за свободу от болезней и за Святого Духа. Просто закрой глаза и повторяй за мной. Боже, я прихожу к Тебе, я каюсь и прошу Тебя, освободи меня, исцели мое тело, исцели мою голову, приди Твоим Святым Духом прямо сейчас. Вон, выходи, выходи, вон прямо сейчас, оставь ее, выходи. Помню, я чувствовала, что не могу дышать, как будто что-то из меня выходило, что-то буквально вышло у меня изо рта. Помню, я кашляла, давилась и думала, я не могу дышать, что вообще происходит? Выходи, вон, еще. Выходи прямо сейчас. Выходи. Остатки уходите. Меня отвели в сторону, чтобы продолжить молиться, и в конце концов я почувствовала, как что-то буквально вышло из моего тела. Я почувствовала очень сильную боль, вырывающуюся из ушей, очень больно, как будто у меня что-то взорвалось в ушах. Как только это все закончилось, у меня больше не было боли. Я проверяла, делала определенные движения головой, чтобы увидеть, смогу ли я вызвать боль, но ее не было. Ушло. Это хорошо. Через день после моего исцеления я проснулась опять с болью, и я была в крайнем смущении. Я поговорила с человеком, который сказал, что крайне важно обновлять свой ум. Я начала это делать, и когда приходила боль, я запрещала ей именем Иисуса, и она уходила. Я начала понимать, что это битва. Когда я ощущала боль, я запрещала ей и говорила уйти. Например, я не принимаю это, и она уходила. Сегодня я крайне редко ощущаю, а когда ощущаю, то говорю ей уйти, и она уходит во имя Иисуса. Как для тебя было увидеть освобождение твоего отца? Это было удивительно. Для меня была честь укрестить моего собственного отца, увидеть, как он впервые заговорил на языках. Это совершенно новая жизнь. Да, совершенно новая жизнь. Ты получил исцеление, освобождение, ты получил Святого Духа, и твой отец теперь свободен и получил Святого Духа. Вау! Я просто... Бог такой могущественный. Страх был большой частью моей жизни. У меня было много страхов. Я чувствовал, что не могу ничего делать, потому что мне было слишком страшно. Как будто у меня вокруг лодыжки был большой мяч. Я его везде носил с собой. Я был слишком напуган, чтобы сделать хоть что-то. Когда я крестился, я почувствовал, как это все ушло, как будто огромный груз свалился с моих плеч. И теперь я ощущаю себя намного свободнее. С того момента у меня в сердце горит огонь идти на улице и молиться. Молиться за людей и быть учеником. Это стало моим образом жизни. Находить людей с болью и показывать им, что Бог хочет сделать в их жизни. Как сильно Бог любит их и делиться с ними Евангелием. Я очень сильно повзрослела с Богом, и Он многое мне показал. Сначала было страшно идти на улицу, особенно одной, но постепенно привыкаешь и начинаешь любить это.
Есть люди, которые с нами больше не разговаривают. Они, похоже, думают, что мы в культе, или очень странные, или просто сильно другие. Но раньше, когда я ходил в церковь и не распространял Евангелие, все было окей. И с тех пор, как мы начали ходить на улицы и жить так, как этого хочет Иисус, люди начали смотреть на нас, как на очень странных. Есть много скептиков, которые говорят разные вещи про меня в интернете. Иногда бывает трудно, когда заходишь в соцсети и видишь там всякое про себя. Но я бы не променял это обратно на мир, потому что теперь я на самом деле живу как ученица Иисуса, и оно стоит того. Неважно, сколько мне выпадет гонений, ведь это значит, я делаю что-то правильно. Когда ты решаешь сделать шаг и начинаешь жить под руководством Святого Духа, и ты начинаешь видеть плоды, ты растешь, то один из самых естественных признаков — гонения. Гонения могут быть в самых разных видах, но гонения будут. Они должны быть. Библия говорит, что каждый, кто хочет вести богоугодную жизнь, будет гоним. Так что избежать этого невозможно. Я думала, что гонение — это когда кто-то с ножом у моего горла говорит мне отречься от Христа, или когда меня хотят распять. Для многих христиан шоком является то, откуда приходит гонение. Конечно, мы будем переживать гонение от мира, от людей, не знающих Бога, но очень часто гонение приходит от религиозной системы. От нашей семьи, наших друзей и близких, от людей из церкви. И это шокирует многих. Люди к этому не готовы. Я действительно не ожидала, что друзья и члены семьи будут смотреть на нас косо, распространять сплетни и клевету. Люди, которых ты любишь, ценишь, те, кого считаешь настоящими друзьями, когда они отворачиваются от тебя и начинают лгать про тебя, начинают гнать тебя, тогда это действительно больно, потому что ты этого не ждал. Грустно то, что гонение очень легко остановить. Компромисс. Если мы сделаем эту единственную вещь, компромисс, то гонения прекратятся. Правда в том, что гонение не является нашим врагом. На самом деле, гонение — наш друг. Гонение помогает нам взрослеть. Есть два типа людей. Одни, сталкиваясь с гонениями, отпадают, и мы не хотим быть такими. Но мы хотим быть теми, кто, переживая гонения, не отпадают, но, напротив, падают на колени, молятся и взыскивают Бога. Таким образом, гонение помогает нам приближаться к Богу. Гонение помогает нам исследовать себя. Гонение помогает нам умереть. Потому что гонение никому не нравится. Но это один из инструментов в руках Бога. И мы видим в сегодняшнем мире, что страны с наибольшими гонениями часто являются странами, где церковь растет. И у нас есть 2000 лет истории, показывающей, что гонения никогда не были врагом церкви. Когда все идет отлично, постепенно внутрь проникает грех. Когда все идет хорошо, люди засыпают. Но когда начинаются гонения, люди просыпаются. Начинают искать Бога, как никогда раньше, и Царство Божие растет. Я сейчас в Берлине, я собираюсь встретиться с Лу Бега.
Года назад он стал известен с песней «Mamba No. 5», а сейчас он человек мира. Это как в 10 главе книги «Деяния». Петр был приведен к Корнилию и его домашним, и они все покаялись и получили Святого Духа. Мы сейчас увидим нечто подобное, как книга «Деяния», глава 19, где Павел пришел в Эфес и встретил человека, уже верующего в Бога, но еще не крещенного в Иисуса Христа и еще не получившего Святого Духа. Лубега пришел к вере в Христа, но он еще не был крещен в воде и не получил Святого Духа. Но сейчас это произойдет. Я не знаю, что именно произойдет, но я знаю, что Бог там. Итак, добро пожаловать, и давайте увидим, что сделает Бог. Здравствуйте! А вот и он, и вся его семья. Удивительно встретиться с тобой. Долгая дорога, да. Торбан, привет. Женева. Приятно познакомиться. Моя жена, я сам, моя маленькая дочь, мы отправились на Мальдивы, замечательный тропический остров посреди Индийского океана. Мы просто хотели 7 дней отдыха, солнца, поплавать с маской, ничего не делать. Остров можно объехать за 5 минут. Но мы получили 7 дней шторма и грозы. Небеса разверзлись, был проливной дождь. Делать было нечего, мы застряли в бунгало. Я кругами ходил по комнате, мне казалось, что я впал в депрессию. Потом я нашел одну книгу. Я открыл Библию и начал читать. Я помню, что уже через несколько страниц начал понимать, что это истина, которую я всегда искал. Я раньше искал в самых разных религиях все, что было модным и крутым, например, буддизм, что-то из New Age. По крайней мере, я пытался это понять. Оно ко мне не прилепилось, но я пытался. Но Иисуса Христа я всегда проходил мимо, к моему сожалению, много лет. А тут был Он, призывая меня, давая нам возможность искать Его и найти Его. И я не мог сбежать из бунгало на острове. Так что я начал читать, и я пережил сильнейшее обличение. Я был осужден за несколько секунд. Я был сломлен, начал плакать. Теперь я знаю, это был Святой Дух. И вот я позвонил этим людям. Это было не в моих привычках. Это не было в привычках моей горделивой натуры раньше. Просто позвонить людям и попросить их об одолжении. Но в данном случае это было правильно. Я знал, что я, моя семья и все вокруг меня должны быть крещены, должны приблизиться к Иисусу. Дом Корнилия — это история о человеке по имени Корнилий. Он был праведным человеком и искал Бога, но он не знал, каким путем идти. Он просто искал Бога, и однажды Бог привел Петра в его дом. И все его домочадцы уверовали. Я чувствовал, что мы увидим нечто подобное. Это касалось не только Дэвида Лубега. То, что Бог хотел сделать, касалось всех его домашних. Мы пришли туда, вошли в дом, как мы читаем в 10 главе Луки. Когда найдете человека мира, войдите в его дом, ешьте и пейте, что вам предлагают. Святой Дух работает через покаяние. Никто не может прийти к Богу, если Святой Дух не привлечет его. И когда мы начинаем искать Бога, это на самом деле Дух Святой уже влечет нас. Первый шаг — покаяние. Покаяние — это новое сердце. Когда ты получаешь новую совесть, ты начинаешь многое осознавать. Но это начало спасения. Это не полная картина. Потому что теперь есть новая жизнь, что началась внутри тебя, но тело мертвое. А что мы делаем с мертвым телом? Его надо похоронить, потому что если не похоронить это мертвое тело, то оно поглотит и убьет новую жизнь. Бог, я верю в Тебя. Я верю в Тебя, Иисус. Я каюсь в моих грехах и прошу Тебя, приди, Иисус, спаси меня, освободи меня, приди Твоим Святым Духом, наполни меня, крести меня сейчас, во имя Иисуса.
Вон, свобода. Прямо сейчас, свобода. Оставь его. Выходи прямо сейчас. Страх, вон. Страх, вон. Выходи прямо сейчас во имя Иисуса. Я приказываю всякому духу зависимости, вон, прямо сейчас. Вон, оставь его, вон. Дух Святой, наполни его. Еще. Твоя любовь, Святой Дух. Твоя любовь. Наполни его. Еще. Есть свобода. Дух Святой на тебе сейчас. Спасибо за еще одно новое начало, Отец. Новая сила внутри него. Новая жизнь. Новая жизнь. Есть свобода внутри тебя, Дух Святой, твой Дух Божий. Иисус, мы благодарим тебя. Дух Святой, спасибо. Как это было? Странно, но замечательно. О, это Святой Дух. Новое начало. Боже, спасибо за моего друга. Спасибо за новое начало. Дух Святой, это ты его привлекал. Ты привлекал его к Богу. Это новое начало. Есть свобода. Я помню, что ощущал себя как младенец. Я не могу другими словами это выразить. Я ощущал себя новорожденным, потому термин «родиться заново» очень подходит, потому что ты ощущаешь себя новорожденным, ты свеж и чист. Твои преступления, твои беззакония, грехи каким-то образом исчезли, забыты. Ты просто знаешь, что в этот момент Отец забыл все твои грехи. Я был таким радостным и чистым, что все мое окружение, моя жена... Она не могла понять меня минут 30, пока не настала ее очередь. Потому что мы были в тот момент на двух разных дорогах. Я родился свыше от Духа, пока еще не от воды, но от Духа. Она еще не была там, поэтому она смотрела на меня с подозрением, мол, что-то случилось с ним. Потому что тогда ее и мой Дух не соответствовали друг другу. Хорошо. Иисус, я благодарю Тебя за все, что Ты дал мне. Даже когда я был в бунте, не слушал Тебя, не был послушным Тебе, Ты не бросал меня. Ты дал мне семью, Ты дал мне любовь, Ты дал мне все, что я имею. Пришло время вернуть это все Тебе. Ла-ла-ла-ла! Это как... Это странно. Хочется петь, хочется танцевать, но в то же время ты просто... О, Боже мой. Я только что был полностью принят в Его Царство. Я думаю, так чувствовал себя Адам, когда гулял в райском саду. И это единственное сравнение, что приходит мне на ум. Ты полностью соединен с Богом. Ты знаешь, что ходишь в Его славе. А Он наблюдает за тобой любящим взором. И ты просто с Ним, и хотя это только кусочек, потому что ты все еще в человеческом теле, но это был лучший момент моей жизни, я могу так сказать. Да, я могу так сказать. Это было намного лучше, чем выиграть номинацию Грэмми, или стать чемпионом мира по футболу, да что угодно, это по-настоящему. И в конце концов, это свобода, это спасение, это нечто такое, чем ты хочешь делиться с каждым. И это бесплатный дар, тебе просто нужно сдаться. Бог не является проблемой. Мы проблемы. Но вместо того, чтобы отправить нас в ад, Он сделал нечто потрясающее. Он дал нам шанс.
Он послал Своего Сына, Иисуса Христа. Он не жил в грехе. Он пришел на землю чистым, как Адам и Ева в начале, без греха. И Он ходил среди нас, подобно Адаму и Еве. Но там, где мы все согрешили, Он был единственным, кто не согрешил. И единственного безгрешного они взяли и прибили к кресту, как преступника. Его похоронили, но поскольку Он единственный был без греха, Он воскрес. И потом Он поднялся на небеса и послал Святого Духа сюда на землю. Что нам нужно знать? Нам нужно верить в Иисуса и верить Его словам. А Он сказал, что мы должны покаяться перед Богом. Еще Он сказал, что нам нужно родиться заново от воды и духа. Мы поделились Благой Вестью со всеми ними, а потом мы стали молиться за них. Это было очень сильно. Они один за другим освобождались от бесов, один за другим исцелялись. И присутствие Божье было очень сильным в этом доме. Боже, я каюсь и прошу Тебя, освободи меня. Боль вон, оставь ее. Я приказываю этому духу оставить ее прямо сейчас. Выходи. Выходи. Прямо сейчас, Дух Святой, наполни ее. Больше. Свобода прямо сейчас. Дух Святой, наполни ее еще. Свобода прямо сейчас. Наполни ее, Дух Святой. Это Твоя любовь. Это Твоя любовь, Дух Святой. Всякой боли внутри я приказываю этой боли выйти прямо сейчас. Боль отпусти. 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 Как это было? Она ушла. Боли больше нет? Она ушла. Она ушла. Больше нет боли. Аллилуйя. Аллилуйя. Она ушла, больше нет боли. Она у меня была много лет. Мой сын знает, я все время ходила к врачам и принимала все эти лекарства. Она ушла. Она ушла, аллилуйя. Это Святой Дух. Все, что еще осталось, вон. Говори, все остатки вон. Выходи. Мы приказываем этому духу прямо сейчас. Аллилуйя, новое начало. Я свободна. Я свободна. О, спасибо Тебе, Господь. Спасибо, Иисус. И как Ты и говорил, многие сегодня не верят в это. Но это основано на Библии. Мы об этом читаем в Библии. Это основано на Библии, друзья мои. Это сильно. Люди, это реально. Да, это реально, и людям нужно это увидеть. У меня были странные атаки, как голоса и мысли. Нет, это неправильно, не делай этого. Это культ. Я пошла к мужу и сказала, давай прекратим это. Я не хочу этого. Это все странно. Для меня все это было очень странно. Он сказал, нет, нет. Он улыбался и был полон любви. Он говорил, это прекрасно, не думай так. Это прекрасно, поверь мне. Когда ты крестишься Святым Духом, ты будешь чувствовать то же самое. Но я была, нет, я тебе не верю. Давай прекратим все это. Я не знаю, в тот момент я была под сильной атакой. Потом он молился за меня. И это было вау. Боже, я прихожу к Тебе и прошу простить за все, что я сделала. Я беру эту боль и отдаю ее Тебе. И я прощаю их, каждого, кто причинил мне боль. И я прошу Тебя, освободи меня, приди Твоим Святым Духом и наполни меня прямо сейчас. Отпусти.
Отпусти. Отпусти. Прямо сейчас я приказываю этой боли уйти. Выходи. Вон. Оставь ее. Отпусти. Боль, вон. Боль, выходи. Отпусти. Дух – это дух страха. Нечистый дух, оставь ее. Выходи. Вон. Вон. Я помню, что я упала и ощутила, как что-то вышло из меня. Something left me. А потом я встала, Дух Святой вошел в меня, и я поднялась, я не знаю. Я говорила громко, и одновременно я была шокирована. Вау, я так громко говорю, но это была сила Святого Духа. Вау! Как это было? Я не знаю, где я сейчас. Ты все еще тут. Иди сюда. Да благословит тебя Господь. Спасибо. Сейчас есть свобода. Огромное спасибо. Спасибо. Иисус, мы хотим поблагодарить Тебя. Мы благодарим Тебя, потому что Ты здесь. Мы благодарим Тебя за Твой Святой Дух. Иисус, это все о Тебе и о Твоем Святом Духе. Мы благодарим Тебя, Иисус, за все, что Ты делаешь. Спасибо Тебе за все жизни, которые меняются сегодня. Мы хотим поклониться Тебе. Мы хотим воздать Тебе честь и хвалу. Иисус, мы говорим, пусть это никогда не заканчивается. Это наша жизнь, Иисус. This is what it's all about. Все только ради этого. Мы хотим видеть, как придет Твое Царство, Иисус. Мы любим Тебя, Иисус. Мы хотим служить Тебе. Приди Твоим Святым Духом. It's cold? Холодно? Да, но это не важно. Аллилуйя. Дэвид, ты не крестишься в церковь. Это не членство в организации, это не какой-то внешний знак отличия. Это реальное погребение твоей старой жизни и омытие твоих грехов. Ты крестишься в Иисуса Христа, потому что ты умираешь с Христом и воскресаешь с Христом, как Иисус это сделал. Это все про крест. Иисус умер на кресте. Он был погребен, Он воскрес. Мы должны умереть, покаяться перед Богом. Мы должны быть погребены, подобно Иисусу, и тогда мы воскресаем силой Святого Духа. И теперь мы во Христе. Опусти руки. Ты готов? Я готов. По твоей собственной вере креститься в Иисуса Христа? Да. Мы опустим тебя вперед. Так, по твоей собственной вере, Дэвид, мы крестим тебя в Иисуса Христа. Умри с Христом, воскресни с Христом. Ты готова креститься в Иисуса Христа? Да. Да. Опустись на колени, мы крестим тебя в Иисуса Христа. Опускайся вниз. Умри с Христом, восстань с Христом. Когда я молился за нее до этого в доме, я сразу знал, что у нее был аборт. Я чувствовал, что на ней есть какая-то смерть, и в этом много стыда и вины. Мы не прячемся, мы не стыдимся, мы ничего не убираем, типа, ну, об этом вообще не надо говорить. Смотри, есть свобода в Иисусе. А свобода в том, чтобы вынести все на свет. То, что ты сделала, неправильно. Но ты собираешься все это смыть сейчас, и ты также должна простить себя сейчас. Иисус заплатил цену за это. Умри с Христом, восстань с Христом. 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 Аллилуйя! Да благословит тебя Господь! Ha 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 ha!
Да благословит меня Господь. Новое начало. Аллилуйя. Это новая жизнь. Ради этого пришел Иисус, чтобы освободить нас. Это было невероятно, и этого хочется больше. Ты начинаешь понимать, что Иисус на самом деле живой. Он не оставил нас. Это было главным откровением для меня, потому что 99% традиционных христиан думают, что Он умер, воскрес, каким-то образом исчез. А Он среди нас. Если мы ищем Его, то Он более чем желает быть с нами, жить с нами. Но мы сами, наше беззаконие, наше нежелание, то, что препятствует. И, наверное, именно с этого момента я начал понимать, что Иисус может и хочет быть с нами, если просто мы позволим Ему, если будем искать Его. И это имеет смысл, все остальное – религия. Традиция говорит, что вон там они положили его, когда он умер. Они положили его там перед тем, как похоронить. И посмотри сюда. Если бы люди знали, что Иисус реален, им бы не нужно было это делать. Иисус говорил о поклонении в Духе и истине. Не нужно идти сюда, чтобы поклоняться Богу. Он пришел на землю для того, чтобы каждый христианин мог быть живым камнем. Но это мертвые камни. Мы не эти камни, мы теперь место, где живет Иисус Христос. Для меня было шоком увидеть, как люди в Израиле поклоняются всему, что относится к Богу, но они не поклоняются Богу. Каждый создает свою систему верований, и все поклоняются своей системе верований, правилам, традициям, тому, чему их учили, о чем рассказали, но они не дают себе возможности иметь отношение с самим Богом. Многие в сегодняшнем мире выросли с религии. Они выросли с христианством как религии, при этом не зная, кто есть Бог на самом деле, не зная Иисуса как Личность. Есть огромная разница между религией и христианством, как его принес Иисус. Я воспитывался до 14 лет как католик. Потом я обрел спасение, встретился с Богом и изменил свою жизнь. У нас была маленькая группа людей, действительно любящих Бога. Но со временем группа стала расти, и мы образовали церковь. Я служил Богу около 19 лет в одной и той же церкви, в том же союзе в Перу, где я родился, а потом и в других странах, куда я переезжал. Я делал все, что только мог, потому что единственное место, где я мог служить Богу, где я мог делать что-то осмысленное для Бога, была эта церковь. Так что мой лучший друг был лидером этого, я был лидером того, а мой брат был пастором. А потом это стало еще одной системой культа, где мы соперничали, хотели, чтобы люди спасались ради нашей собственной славы. Конечно, это было неосознанно, но со временем Дух Святой ушел.
возвращается грех и начинает войну против тебя. Это как? Это еще что? Я был лидером прославления, музыкального служения, концертов, изучения Библии, лидером евангелизации, много еще чего я делал в промежутках, само собой. Я помогал с уборкой, организацией мероприятий, компаний. Я делал сколько мог, потому что думал, это и есть служение Богу. Что еще я мог делать для Него? Самое странное, что после тех 19 лет я не видел ни одной спасенной души. Бог не использовал меня, чтобы приводить людей ко Христу. Что означает, что могила пуста? Это означает, что он жив. А если он жив, значит, мы можем быть с ним в отношениях, да? Невозможно иметь отношения с тем, кого нет среди живых. Он должен быть жив, чтобы иметь отношения, тогда ты можешь узнавать его. И в этом-то все дело. Есть разница между чтением о нем, изучением того, как он жил, каким он был, и знанием Его самого и того, какой Он сегодня. Иисус, я прошу Тебя, приди сейчас. Покажи мне, что Ты реальный. Приди Твоим Святым Духом. Наполни меня прямо сейчас. Еще. Ты чувствуешь это? Да. Как это переживается? Удивительно. Ты это переживала раньше? Нет. Но то, что ты пережила сейчас, сильнее, чем то, что ты пережила вон там. Да. Потому что Иисус живой. А потом Бог открыл мои глаза, и я просто все оставил позади. И теперь каждую неделю Дух Святой говорит, ведет меня по жизни, прекрати это или то, иди в эту сторону или тем путем. Это безумно, как будто моя жизнь больше не моя. Я действительно сказал Богу, все, что ты хочешь, это жизнь твоя. И вдруг моя жизнь стала выглядеть так, как описано в книге Деяний. Для меня было шоком, когда я понял, что все, что я делал в церкви, ни в какой мере не угрожало дьяволу. Я не понимал силы Святого Духа и не ходил в ней, исцеляя больных, изгоняя бесов, являя силу Бога, как говорил Павел. И вот пришло время, когда я начал входить в эту жизнь. И Бог стал посылать плоды. Мне не надо было куда-то идти, бегать за людьми. Бог посылал людей. Бог посылал людей с жаждой. Бог посылал людей с нуждой. Я мог дать им, в чем они нуждались, крестить их, научить их, наставить и сделать их эффективными. Боль вон прямо сейчас именем Иисуса. Как боль сейчас? Вы чувствуете боль? Немного. А где она осталась? Здесь. Хорошо, боль вон. Боль вон. Боль вон. Именем Иисуса я приказываю остаткам боли уйти. Я ощущаю большую разницу. Вы чувствуете по-другому? Боль вон, Боже, я благодарю Тебя за силу. Сила для моего друга, сила в его тело. Спасибо за силу в мышцах, спасибо за силу, Боже. Как сейчас? Она ушла. Боль ушла. Вот тут еще немного. Остаток боли вон. Боже, спасибо Тебе, ибо остатки боли идут во имя Иисуса. Как вам ходить? Намного лучше, чем раньше. Как оно? О, нам надо уже идти. Окей, и мы идем. Да, давайте, да благословит вас Господь. Пройдусь с вами. Боже, спасибо за свободу. Благодарите Бога за это, благодарите Иисуса, используйте свое тело. Вот что делает Бог. Мы сейчас в Капернауме, где жил Иисус. А этот мужчина год сидел в инвалидном кресле. У него была проблема с нервом в спине и в ноге.
Мы просто остановились поговорить с ним. Я стал прогуливаться с ним, а потом ему становилось все лучше и лучше. Они даже сейчас подошли и предложили мне денег. Нет, нам не надо денег, мы получили это бесплатно и будем отдавать бесплатно. Это Иисус Христос. Только представьте, здесь, где ходил Иисус, исцеляя больных и проповедуя Евангелие, на этом месте. Но Иисус тоже сегодня, Он не изменился. Теперь мы Его тело на земле, мы теперь тело Христа. Мы призваны ходить по земле и делать то же, что делал Иисус. Это и есть жизнь. Если мы посмотрим на религию, и можно взять любую религию, католицизм, иудаизм, ислам, или любую другую религию, в любой из них нам нужно трудиться, чтобы быть достаточно хорошим. Мы должны зарабатывать наше спасение. Если же мы посмотрим, что сделал Иисус, Он пришел и все сделал за нас. Понимаете, дело в том, что мы рабы. А раб не может сам себя освободить. Если вы пленник, вы не можете сами себя освободить. А мы пленники. Мы рабы греха, и мы не можем сами себя освободить, неважно, как сильно мы стараемся. Поэтому Бог дал нам закон, чтобы показать нам грех, и то, как мы не в состоянии спасти сами себя. А потом Иисус пришел исполнить это. Он пришел освободить нас от греха. Он заплатил совершенную плату, совершенную жертву за нашу свободу, чтобы мы могли быть свободны. Он стал грехом, чтобы мы могли одеться в Его праведность. Один из проводников, парнишка лет 18-20, вел одну из лошадей. Мы шли вместе с этим юношей и начали спускаться с горы вместе с ним. И мы могли рассказать ему, чем мы занимаемся. У тебя есть боль где-нибудь? У меня? Да. Мы можем помочь тебе. У тебя есть боль? Правда? Есть, посмотри. Окей, а что случилось? Лошадь вот оттуда шла. Окей. Ты можешь поднять руку? Да, но когда я что-нибудь поднимаю, она сама собой опускается. Окей. Ты можешь взять меня за руку? Попробуй толкать его руку вверх. Я толкаю. Подождите. Когда я что-то держу, рука опускается. Сама собой. Она вот так поднимается, а потом вниз. Если ты исцелишься, ты сможешь это проверить? Я смогу проверить. У меня вот тут проблема, не знаю. Я могу помолиться за тебя? Смотри. Да, я вижу. Он это исправит. Да, я помолюсь. Я молюсь, чтобы кости встали на место прямо сейчас именем Иисуса. Прямо сейчас боль вон, исцеление во имя Иисуса. Попробуй еще раз. Проверь. Возьми камень. Этот пойдет? Видишь, я не могу. По-прежнему? Да. Ты видишь? Держи мою руку. Вот здесь, держи.
you see? Божья свобода в мышцах прямо сейчас. Мы приказываем костям встать на место. Костям встать на место именем Иисуса. Прямо сейчас, во имя Иисуса. Исцеление прямо сейчас именем Иисуса. Попробуй еще раз. Видишь? Лучше? Да, лучше. Остатки вон, полная свобода в мышцах, нервах, костях. Свобода прямо сейчас именем Иисуса. Попробуй. Легко. Теперь ты можешь? Да, правда. Эй! И как? А я не знаю, это твой Бог? Это Бог, правда? Да, это Бог, кто тебя только что исцелил. Правда? Ага. Теперь это легко. Легко? Правда? Когда ты держал его, это было вот так. Но это Бог. Когда мне было 18, тебе сейчас 18? Ага. Когда мне было 18 лет, я посмотрел в небо и сказал, «Бог, если ты есть, приди и возьми меня, я хочу знать тебя». А несколько дней спустя я услышал про Иисуса. Ты слышал про Иисуса? Ты знаешь его? Да. Иса. И тогда я сказал, «Иса, Иисус, ты мне нужен, приди и спаси меня». Я позвал его, и он пришел и простил мои грехи, и Бог вошел внутрь меня. Правда? Да, и теперь мы можем молиться за людей и следовать за Иисусом. Это хорошо. Я раньше ни во что не верил. Мне было 18. У меня было много проблем, моя мама была больна. Но я сказал тогда, «Бог, если ты есть, я хочу знать тебя». И я услышал про Иисуса. И я думал, правда ли это все? Но потом я встретился с ним, и он изменил мою жизнь. Иса удивительный. Иса умер на кресте. Ты знаешь эту историю? Да-да. Его похоронили, но он воскрес. Благодаря кресту, благодаря тому, что он сделал, мы можем пережить прощение за все неправильное, что мы сделали. Но есть люди, которые не знают его. Многие не знают его. Но то, что я сделал для тебя... Если ты будешь знать его, ты сможешь делать то же самое для других. Я? Да, ты сможешь это делать. Я его не знаю. Да, но если ты его узнаешь, если ты скажешь ему, «Иса, я хочу знать тебя, я хочу жить с тобой», и я могу говорить с ним, ты можешь говорить с ним, и ты можешь получить жизнь, которую получил я. Боже, я верю в тебя. Я верю в тебя, Иса. Иса, я прошу тебя, приди. Покажи мне, что ты реальный. Прямо сейчас. Просто закрой глаза. Прямо сейчас. Наполни его больше. Наполни его прямо сейчас. Свобода прямо сейчас. Сила внутри. Позволь ему увидеть, Иса, что ты реальный, что ты любишь его, что ты умер за него. Иса, спасибо за Твой Святой Дух. Спасибо, Дух Святой. Приди, прикоснись к Нему сейчас. Приди с радостью, свободу внутри Него, чтобы Он понял, что Ты есть жизнь, Иисус, что Ты живешь сегодня, Твой Дух работает по всей земле. И здесь тоже, Господь. Как ты? Ты чувствуешь это? Как это было? Хорошо. Ты чувствовал Духа Святого. Да. Это реально. Да. Иди сюда, давай обнимемся. Ты никогда этого раньше не переживал? Это был Бог. Да. Аллилуйя, друг мой, это реально. Да, реально. Это реально. Мне было 18, когда я пережил это впервые. Когда я пережил, что Иса реальный, мне было 18, как тебе сейчас. И я верю, что Бог привел нас сюда ради тебя. Я верю, что Бог привел нас сюда из Дании ради тебя.
to tell you these words. Чтобы приехать в это место и сказать тебе эти слова. И вот мне пришла мысль. Может, мы сможем объяснить ему, как работает Святой Дух? Мы можем объяснить ему, что в Иисусе был Божий Дух, и что Бог помещает в нас того же Духа, что Он дал Иисусу, и что этот Дух только что к Нему прикоснулся, и Он хочет жить в Нем. Он сказал, «Я не знаю Иисуса», я сказал, «Ты узнаешь Его». Он сказал, «Что мне нужно делать?» Я сказал, «Иди домой, закрой дверь своей комнаты и начни просить Его. Скажи, Иисус, я хочу знать Тебя, я хочу видеть Тебя». Он сказал, «О, я правда хочу видеть Его». Я сказал, «Ты увидишь. Он придет во снах, Он придет к тебе. Просто продолжай искать Его». А после мы пошли в Петру, к руинам. Я немного осторожничал, не особо подходил к людям. У вас есть боль? Нет боли? Все хорошо? Вы полны сил? Проблемы внутри, в сердце. Я слишком много курю. Именем Иисуса Христа я беру власть над тобой и приказываю уйти. Я говорю полное исцеление этим легким. Легкие восстановитесь, вырастите заново именем Иисуса. А теперь вы можете? Аллах! Я приказываю тебе прямо сейчас именем Иисуса. Посмотри, хорошо? Очень хорошо. Спасибо, друг. Иса умер, но он снова вернулся к жизни. Он ушел к отцу. Он не мертв. Нет, он живой. Все должно нормализоваться сейчас. Это не магия, я обычный человек, как и вы, но это Дух Божий. Именем Иисуса Христа я говорю, чтобы вся эта боль ушла из тела. Я разрушаю тьму в этом мальчике именем Иисуса Христа. Прикоснись к нему сейчас, Духом Святым. Прямо сейчас наполни и благослови его. Фото. Поразительно то, что по дороге, по которой он говорил с тем парнишкой, там была одна пара, они поднимались вверх. Они выглядели как арабы, на женщине был платок. Позже Торбен обратился к ним, они были не арабы, а американцы. Я был удивлен собственным мыслям. Мы с ними поговорили, и в конце мы помолились за них. И они получили Святого Духа прямо там, в Петре. «Отец, я благодарю Тебя за жизнь Джея и за то, что он следует за Тобой, что он хочет быть светом во тьме и солью земли. Дух Святой, это Твое обещание. Я прошу Тебя сейчас, Господь Иисус, наполни его, пошли Твоего Святого Духа. Отец, пошли ему обещанное». «Дай ему больше, Отец». La rashe lo ro 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 bo bo sheta la ra ra ma ma sanda shi la re lo ro bo bo shi da da ma ma sanda le karra la ra 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 bo 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 she da da ma ma sanda lo ro ro bo she ra ke la ra ra re ba ba ma sanda o sheta sa la ra ma sanda. Amen. Amen. You got it, bro. Amin. Ты получил это, брат. Он твой. Спасибо. It's yours. Ты наполнен силой с небес. Иисус ушел с земли, чтобы послать ее. Когда Он был здесь, на земле, люди могли слышать Бога только когда Он говорил с ними лицом к лицу. Он мог помочь 3, 4, 10 людям. Но теперь Дух может учить тебя. Ты можешь просто спрашивать Бога, и Он ответит тебе. Он будет говорить с тобой. Есть сила, много силы. Потрясающе. Люблю тебя, брат. Мне это странно. Иногда у нас возникают неверные идеи про людей. И мы ждем, что что-то случится, но мы можем сделать так, чтобы оно случилось. Мы можем это делать в любое время, когда угодно, с кем угодно. Знаете, это просто любовь к людям, принятие их, подойти к ним с нормальным отношением и просто поделиться той жизнью, которая есть в нас. В конце, когда мы закончили тур, и вообще все закончили, все было сказано и сделано, я сказал этому молодому гиду, который вел лошадей, «У меня есть для тебя подарок.
У меня есть книга для тебя. Он сказал, окей, я хочу эту книгу. И мы пошли к нашей машине. Мы открыли чемоданы, и у Ларса были книги Нового Завета. Он дал эту книгу парнишке, тот сказал, вау, это для моего народа. Книга была на его языке. Мы можем читать ее. Я сказал, да, читайте ее. Он просил мой имейл, Facebook, я дал ему свои контакты. Мы будем на связи. Я очень надеюсь и верю, что Бог поднимет его как человека мира здесь, в Иордании, чтобы нести благую весть его народу. Христианство — это путешествие. Иисус сказал, что ведомый духом, как ветер. Ты слышишь его голос, но не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Это путешествие проходит по разным местам, и в том числе и по пустыне. Пустыни — это места, где очень сухо, где нет необходимого для выживания, ты совершенно один, и ты чувствуешь, что скоро умрешь. Нет никаких ресурсов вокруг, нет обеспечения. Нет компаньонов, ты идешь один, и ты устаешь, ты истощен. И самое худшее, что ты не знаешь, как долго придется идти по этому пути, как долго тебе придется быть в этой пустыне. Ты не знаешь, найдешь ли ты воду или оазис, но ты должен продолжать идти. Иисус — наш пример, наш образец для подражания. Мы хотим быть как Он. Мы хотим жить как Он. Мы призваны жить как Иисус. Первое, что сделал Святой Дух, когда сошел на Иисуса, Он повел Его в пустыню. И 40 дней Иисус постился и был искушаем. Когда я проходил период пустыни, мой брак разваливался. Я очень много работал, уставал физически. У меня не было друзей, семьи, я был в новой стране и был одинок. Не было больше общения в церкви, потому что на это не было времени. И вдруг я ощутил себя таким одиноким. Я не знал, как продолжать своими силами. У меня была депрессия, и я вообще-то хотел умереть. Я молюсь за восстановление костей, мышц, всего, что повреждено, во имя Иисуса. Отец, Ты можешь растворить металл, мы видели это, Господь, и мы верим в Тебя ради полного восстановления этой ноги именем Иисуса. Вы разницу чувствуете? Нет. Окей, попробуйте подвигать ногой. Но это нечестно, в смысле, вообще-то нет. На каком уровне, если 10 очень плохо, а 1 боли нет? Окей, все нормально. Это выглядит хуже, чем оно есть на самом деле. Худше уже позади. Вы верите в Иисуса? Ну, я когда-то верил, но думаю, это немного глупо. Потому что нет, Иисус не имел к этому никакого отношения. Несколько очень талантливых, умных людей вскрыли мою ногу, положили туда металл. Теперь я скоро снова смогу ходить. Постепенно. Я был очень плохим человеком, но он изменил мою жизнь. Ты хочешь сказать, что я плохой, что я... Что за...
«Нет, я был плохой. И зачем ты это говоришь? В моей жизни такого не было, что абсолютно незнакомый человек подошел и сказал, «Ты знаешь, я когда-то был плохим». Как мне это воспринимать? Это звучит как осуждение. Простите, я не имел в виду. А зачем ты тогда ко мне подошел? Я просто хочу видеть ваше исцеление и все, простите. Тогда подожди 3 месяца и приходи. Мне не нужен ни ты, ни твой Бог. У меня есть наука. В моей ноге металл. Вышло не очень-то хорошо. Может быть, он был слегка под воздействием веществ или лекарств, но он очень разозлился, когда мы начали говорить про Иисуса. Он встал, он сильно разозлился, в том числе и на свою жену. Может быть, они и до этого тоже ссорились. Когда ты попадаешь в такую ситуацию, когда люди на тебя злятся, это немного пугает. Я ощутил страх внутри, я просто хотел сбежать. Конечно, мы не видим исцеления каждый раз, когда молимся. Когда смотришь видео в интернете, на Ютубе, то все выглядит так легко, потому что они не показывают полную версию. Не показывают людей, которые отказываются от молитвы, или сколько раз они молились за человека, пока не пришло исцеление. Мы учились всему этому трудным путем, потому что вначале я думал, что со мной что-то не так. Когда я иду на улицу и останавливаю людей, а они говорят «нет», это тяжело. Чем больше я это делаю, тем легче оно становится. Но особенно вначале мне было очень-очень трудно. Боль, вон, попробуй еще раз. Нет. Нет. Нет, чувак, это по-прежнему. Боли уйти именем Иисуса. Не стало меньше? Нет, чувак, это... Окей, у тебя есть боль сейчас? Да. Боже, я молюсь за исцеление, приказываю боль уйти прямо сейчас именем Иисуса. Попробуй еще раз, как боль? Нет, то же самое. Я приказываю остаткам боли уйти сейчас именем Иисуса. Попробуй еще раз. Не, все то же. Откуда ты знаешь, что Бог вообще есть? Откуда? Это в Библии, но Библия может просто книга, которую они нашли и сочинили историю. Не знаю, я так это вижу. Извините, но... Нам бы хотелось, чтобы каждый раз что-то происходило, но это не реальная жизнь. Реальная жизнь — это вверх и вниз в самых разных смыслах. Я молился за огромное количество людей, которые не исцелились. Я молился за многих, кто не получил Святого Духа. Я пытался помогать людям, но ничего хорошего из этого не получалось. Я давал людям неправильные ответы. Я совершил очень много ошибок. Но я расту, и я учусь. Это нормально расти и учиться. Это нормально делать ошибки. Это неотъемлемая часть ученичества у Иисуса. Мы смотрим видео, видим, как люди моментально освобождаются или моментально исцеляются. Но это отредактированная версия. Нужно понять, что когда вы молитесь, нужно продолжать. Просто продолжать. И в тех видео, что вы смотрите, люди увидели результаты, потому что не сдались. Трудности и боль являются необходимыми частями жизни ученика. Иисус сказал, что мы должны нести крест. А крест неудобный. Это как роженица. В родах женщины испытывают много боли. Но когда младенец рожден, они больше не думают про боль. Они ведь смотрят на своих сыновей не как на символ боли, но радости. И они забывают про боль, они забывают про 9 месяцев беременности, потому что родилась новая жизнь. Так и с христианским путем. У нас так много историй, так много свидетельств. Слезы наворачиваются, когда думаешь обо всем удивительном, что сотворил Бог. Но перед каждым моментом славы были периоды страдания, вызова, боли. Однажды, очень давно, в ТВ-шоу я слышала, как женщина говорила, что если бы она выбирала между сильными трудностями и сильной радостью, она бы всегда выбирала крайние трудности, потому что именно тогда она ближе всего к Богу. Тогда я не поняла, что это вообще может означать. Я подумала, что она просто лунатик, сумасшедшая. Но с тех пор мы узнали, что в эти очень трудные времена, когда ты доходишь до предела самого себя, когда исчерпаны все твои ресурсы, когда это так, ты взываешь к Богу. Пустыня — это болезненные части жизни, которые формируют твое сердце. Потому что когда у тебя нет больше никаких ресурсов, у тебя есть только Иисус.
А ты не можешь реально узнавать Иисуса, когда ты отвлекаешься на самые разные вещи в жизни. Я это понял, когда путешествовал со своей семьей без мобильных телефонов. Я смог лучше узнать их, потому что я ни на что не отвлекался. Иногда нам нужно выключить мобильные телефоны жизни, чтобы провести хорошее время рядом с Богом, глядя Ему в глаза. В то же время, этот болезненный период – красивый период, потому что ты учишься доверять Богу, а не своему сердцу. Потому что очень легко уютно устроиться с тем, что нам знакомо. А в те моменты ты понимаешь, что реально нуждаешься в Боге, что если Бог не сделает, то и никто не сделает. И все твои дела, знания, харизма ничего не могут сделать. Тебе нужен Бог. Так что это и есть процесс жизни, ведомый Духом. Трудности, страхи, разочарования, битвы. А потом приходит благословение и победа. Ты забываешь о боли и прославляешь Бога за все, что ты пережил. Иногда Бог не объясняет свою стратегию, свои цели и планы. Но Он посылает нас на дорогу, и нам нужно по этой дороге идти. Пустыня — это часть жизни, которая тренирует нас, делает сильными, учит нас доверять Богу. Как мы можем жить жизнь веры, если мы не имеем доверия? Жизнь веры — это жизнь доверия. Мы не можем доверять тому, кого не знаем, а в пустыне ты узнаешь Бога. Ты не узнаешь Его в зеленых долинах. Зачем кому-то тратить $300 миллионов, чтобы построить вот это посреди бедного района? Нет идей. По дороге сюда мы видели людей, просящих денег, продающих воду, сидящих рядом с маленькими магазинчиками, где они пытаются продать мелочевку. Христианство началось в Израиле как тело, живое тело. Для многих сегодня христианство — это философия, что-то в голове и только. Для многих это организация. Мы это видели повсюду, в католической церкви, в Риме, почти везде в Европе. Во многих местах христианство — культура. Для меня это так и было, когда я рос. Также для многих христианство — бизнес, не только в Америке, но по всему миру. Это самый безумный бизнес, который я видел. Многие люди из-за этого не хотят знать Бога. Многие говорят: а зачем мне следовать за Иисусом или становиться христианином? Потому что для них это и есть христианство. Мне интересно, что бы сделал Иисус, если бы Он был здесь сегодня? Я думаю, Он бы проповедовал здесь, потом бы Его выгнали, а потом Он пошел бы на улице и проповедовал там. Может, нам то же самое сделать? Да, думаю, мы сделаем то же самое. Когда мы закончили, я подумал, может, мы найдем тут людей, кому нужен Святой Дух? Поэтому я развернулся и закричал: кто-нибудь здесь хочет креститься Святым Духом? Там был парнишка, который не имел Духа Святого и не говорил на языках. Свобода прямо сейчас, твоя любовь, Святой Дух. Дух Святой, приди в этот храм и наполни его прямо сейчас. А потом к нам подошел крупный охранник. «Что вы делаете?» Я говорю: «Мы только что помолились за этого парня, и он получил Святого Духа. И теперь он говорит на языках. Здесь не позволено молиться. Молиться можно только внутри храма. И только пастор должен молиться за людей». Так что нас выгнали с территории храма. Мы вышли за ворота, и начали там молиться за других людей. «Приди, Иисус, приди и освободи меня.
Исцели мое тело, приди Твоим Святым Духом. Наполни меня прямо сейчас. Дух Святой, наполни эту женщину сейчас, именем Иисуса, прикоснись к ней. Тревога вон, дух депрессии вон. Оставь ее вон, выходи. А за углом увидите вот что. Это невероятно, что столько денег тратится только для того, чтобы прославить организацию. Это реальная жизнь. Где бы был Иисус? Нам нужно спросить себя. Он бы построил храм за 300 миллионов американских долларов? Нет, он был бы здесь. Иисус не пришел призвать самоправедных людей. Он пришел ради людей в нужде. И тут ты видишь людей, которые в нужде. Иисус сказал, что наш свет должен светить, что мы должны быть солью земли. А это значит, мы должны быть там, где тьма, в местах, где нет аромата, чтобы они могли ощутить разницу. Мы должны вкладывать свою жизнь в жизнь этих людей, которые во тьме. Просто попробуйте прийти сюда и ответить на их нужду. Это другая сторона жизни реальной Бразилии. Здесь и по всему миру много людей, у кого совсем другая жизнь. В один день мы решили пойти в другое место. Мы нашли большую церковь в центре города. У стен церкви лежало много нищих, бездомных. Они лежали на камнях и спали у стен этой церкви. Я подумал, что было бы здорово найти несколько стульев, чтобы люди могли сесть, и мы могли за них помолиться. Я огляделся и увидел магазин, где были стулья. Там работала женщина, у которой была проблема со спиной. Свобода. Свобода. Попробуйте. Ей намного лучше. Она говорит, вау, я думаю, боли тут больше не будет. Потом ко мне подошел босс, и он вообще-то верил в Бога, но он не был крещен Святым Духом, так что мы помолились за него. И Дух Святой сошел на него прямо в этом магазине. Он встретился с Богом, начал плакать и заговорил на языках. Потом мы сказали, что вообще-то мы хотели взять на прокат несколько стульев. Да вот они, берите. Вы говорите по-английски? У вас есть боль где-нибудь в теле? Свобода прямо сейчас именем Иисуса. Я приказываю остаткам боли уйти. Что сейчас с болью? Все ушло. Свобода именем Иисуса прямо сейчас. Проверь свою спину. Ушло? Все ушло. У нее есть боль. Окей, идите сюда. Спине встать на место именем Иисуса прямо сейчас. Прошло? Дух Святой, еще прикоснись к его сердцу, освободи его. О, Иисус, приди Твоим присутствием прямо сейчас. Отпусти. Иисус хочет дать Тебе новую жизнь, дать жизнь этим рукам. Иисус есть ответ. Он умер на кресте, чтобы освободить нас. Когда Иисус ходил по земле, Он исцелял больных. Он освобождал людей от демонов, и Он провозглашал Царство. Люди встретились с Богом, пережили исцеление, а мы проповедовали Евангелие. Некоторые бездомные, что были вокруг церкви, видели это. И некоторые из них подошли к нам. Там был один парень, за которого я помолился. Я живу на улице 26 лет. Мы живем рядом с церковью. Мы остаемся на ступеньках, я и другие бездомные. Люди в такой же ситуации, что и я. Члены церкви не пускают нас на скамейки в церкви. Мы не можем зайти, чтобы попить воды.
Они не помогают нам с едой, ничем. Мы просто живем на ступеньках. Они не могут быть с нами такими же людьми, как и они. К нам в церкви относятся как к мусору. Но вчера появились парни и девушки, чтобы молиться в парке. Там, где я жил. Вообще-то, когда люди молились в парке, я просто хотел, чтобы меня обняли, потому что мне очень не хватает любви. Он просто хочет, чтобы ты его обнял. Да благословит тебя Господь. Ты говоришь по-английски? Ты знаешь Иисуса? Да, Иисус, я люблю Иисуса. Закрой глаза. Скажи, Иисус, я верю в тебя. Я хочу жить с тобой. Освободи меня. Приди твоим Святым Духом. Наполни меня. Прямо сейчас. Свобода. 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 Отпусти. Я приказываю этой лжи уйти из этого тела. Выходи. Всякой зависимости я приказываю оставить его. Наполни его. Ты живой. Он любит тебя. Он любит тебя. Свобода. Теперь есть свобода. Есть свобода. Это прекрасно. О, Боже мой! Это Святой Дух. Чтобы знать Святого Духа, быть к Нему ближе, грязный человек с грязным телом и грязным разумом. А потом пришел этот парень и помолился за меня. И просто кинул меня в объятия Святого Духа, Бога. Этот парень ходил за нами всю дорогу до самого отеля. Он спал рядом с отелем в ту ночь. Мы узнали об этом на следующий день, потому что он пришел на собрание. Во время собрания он объяснил мне, что такое крещение и как встретиться с Духом Святым. Для него это нелегко, потому что сатана сейчас проиграет. А он держал тебя в цепях во многих сферах. Готов ли ты по своей собственной вере креститься в Иисуса Христа? Мы крестим тебя в Иисуса Христа. Просто опустись вниз. Умри с Христом, воскресни с Христом. Когда он поднялся из воды, начал проявляться нечистый дух. Он был очень зол, в его взгляде было абсолютное зло. Вон, прямо сейчас, выходи. Выходи прямо сейчас. Выходи. Были демоны, которые не хотели, чтобы я крестился. У меня было плохое предчувствие перед моим крещением. Но теперь я чувствую себя легко и радостно. Я чувствую присутствие Иисуса рядом, самого Святого Духа. Вечером он привел 5-6 своих друзей на собрание. Они все видели перемену в нем. Последние несколько дней моя жизнь была ничем. Теперь я евангелист.
Он сказал, из ничтожества я стал евангелистом. Я чувствовал, что мы должны сделать больше, и мы собрали пожертвования для них. Мы отдали эти деньги местной церкви, а церковь арендовала для них дом, где эти бездомные могли теперь жить. Привлекать других, наставлять их, это было прекрасно. Они больше не бездомные, они родились свыше, они ученики Христа, и у них есть новое начало. Многие люди не привыкли к такому, потому что они привыкли к религии. А это про отношения. Может быть, вы смотрите на меня и думаете, что я особенный. Вы думаете, он пастор, он особый муж Божий. Нет, это не про меня. Это про Христа во мне. И если вы покаетесь, если вы креститесь и получите Святого Духа, то у вас будет то же самое, что есть у меня. Это начало. Впереди жизнь. В этой жизни есть гонения. В этой жизни есть трудные времена. В этой жизни есть боль. Я много плакал. Мне через многое пришлось пройти. Но то, что вы получаете в итоге, настолько более прекрасно. Это Дух Святой сходит на людей. Иногда это демоны, иногда физическое, но мы призваны изгонять это, чем бы оно ни было. Не бойся. Не бойся, ты имеешь это внутри себя. Мы должны вернуться к тому, о чем это все на самом деле. Мы должны вернуться к отношениям с Богом. Пожалуйста, просто будь здесь с твоим ведением и твоей добротой, с твоей любовью и твоей истиной, и пусть эта истина освободит нас. Это твое слово, это твое дело, и это все, что нам нужно знать. Это все, что нам нужно. Каждый хочет быть свободным. Прошел год после крещения. Мы сейчас в нашем новом месте. Я бы сказал, это был насыщенный год. Очень много изменилось. Мне очень трудно четко это объяснить. Но одно я могу сказать, это не было скучно. Мы верим, что Бог поместил нас здесь с определенной целью. И это связано с двумя вещами. С личной свободой, в том числе для семьи, что важно в наши дни. И это связано с призывом больше вкладывать в погибающих, сломанных, отверженных, в тех, кого мы обычно не любим приглашать в наши модные дома. Так что мы решили поехать за город. Первым человеком, которого Бог положил нам на сердце, был Кристофер. Мы были в его приюте, в месте, где он живет, и где живут другие бездомные. Мы говорили о Боге, и он был тронут. Сначала ему было трудно открыться, потому что мы были незнакомцы.
Но потом Дух Святой прикоснулся к нему. И вот поэтому мы вернулись и привезли его в свой дом. Дамы и господа, это чашки и печенье. Послушай, это будет тебе интересно. Иисус был без греха. Для Бога без греха значит чистое сердце, полное любви. Иисус ходил среди людей и исцелял их. И Он проповедовал благую весть, чтобы они могли стать свободными, чтобы они могли быть в отношениях с Богом и войти на небеса. Я могу сказать, что чувствую себя совершенно другим человеком. И в нашей жизни многое изменилось. Я смотрю на жизнь совсем иначе, вообще по-другому. На самом деле Он здесь, прямо тут. И Он хочет, чтобы ты узнал Его. Он воскрес. Воскрес, значит, Он здесь. Он не под землей. Он видит твое сердце. Я не хочу, чтобы кто-то украл тебя из моей руки. Как ты? Ты плачешь. Это хорошо. Разреши себе плакать. Это хорошо. Мы молим Тебя, Отец, вложи Твою любовь в это сердце и покажи ему любовь внутри него. Приди, Отец, принеси Твою любовь, покажи ему, кто Ты. Покажи ему истину. У него есть только один комплект одежды, и сегодня мы купили ему одежду. Хорошую одежду для нового творения. Да, он собирается креститься. Умри с Христом. Воскресни с Христом. Мы благодарим Тебя за исцеление, мы благодарим Тебя за мир, свобода для новой жизни, этого нового творения. Отец, это Твой Сын. Мы приводим к Тебе нового Сына, Твое новое творение. Мы благодарим Тебя, что Ты познакомил нас, чтобы мы могли отдать его Тебе, Отец. Иисус сказал, «Я был странником, а Ты не принял меня. Я был в тюрьме, а Ты не посетил меня. Я был наг, а Ты не одел меня. Я был голоден, а Ты не накормил меня». Спасибо. Мы очень рады Тебе. Благодари не нас, а Иисуса. Он не забыл о Тебе. Понимаешь? Спасибо, Отец. И Библию я тебе дам. Когда мы отвезли Кристофера обратно в его приют и возвращались домой, я плакала, потому что поняла, что я совершенно изменилась. Я теперь делаю вещи, которые никогда не делала. Крещу людей, молюсь за людей, разговариваю с незнакомцами. Раньше мы ходили на вечеринки, и это было про меня, я и только я. А теперь я молюсь за совершенно потерянного человека в своем доме. Я обнимаю его. И любовь во мне — это любовь Иисуса. Это любовь Христа. Когда выигрываешь номинацию Грэмми, Всемирную музыкальную премию, да любую награду, что я выигрывал. Я знаю это чувство, я переживал овации, когда все встают, и весь мир стоит перед тобой, и они обожают тебя, и ты лучший. Но ты возвращаешься в отель, и ты все тот же. Ты не превратился во что-то отличное от самого себя. Вкрадывается грусть, вкрадывается одиночество. Хотя ты знаешь, что весь мир тебя обожает. Так что я знаю это чувство и знаю, что многие мои коллеги ощущали подобное.
Я твердо верю, что если ты начнешь искать правду, ты ее найдешь. А единственная истина, которая действительно истина, Сын Божий, Сын Человеческий и то, что Он сделал для нас. У кого-нибудь здесь есть боль? Меня зовут Илза. Приятно познакомиться. Кола. Здравствуйте, Кола. У него что с твоей рукой? У меня был инсульт. У него инсульт. Давайте помолимся об этом. Вы Кола? Кола. Восстановление подвижности именем Иисуса во всех пальцах, напряжение уйти из мышц. Я проклинаю инсульт во имя Иисуса. Я приказываю исцеление прямо сейчас именем Иисуса. Без вон. Вон пошел. Вон. Вон. Оставь его, дух немощи и болезни, вон. Я говорю, жизнь в Колу именем Иисуса, силе вернуться в его тело именем Иисуса. Спасибо, Господь, освободи его. Освободи его. Проклятие, что было наложено на твое здоровье, отменяется. Вон. Я разрушаю это проклятие именем Иисуса. Вон. Вон. Инсульт, отпусти его полностью. Полностью. Вся болезнь, вон, оставь Колу именем Иисуса. Я взываю крови Иисуса ради Колы. Прямо сейчас, во имя Иисуса. Как вы себя чувствуете? Хорошо? Вам лучше? Что произошло? Что произошло? Что произошло? Что-то из вас вышло? Смотрите, ваша рука лучше. Ваша рука лучше. Спасибо, Иисус. Смотрите, ваша рука не двигалась. Стало лучше. Намного лучше. Это Иисус. Он сила над всеми силами, имя над всеми именами. Вы всегда можете призывать имя Иисуса. Поднимите руку вверх. Вы могли это раньше делать? Он мог это раньше делать? Вы себя лучше чувствуете? Ему намного лучше. Он не мог так делать раньше. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Вау. Вау. Но Адам is now loose. Рука теперь свободная, посмотрите. Это было потрясающе. Выяснилось, что у него был инсульт с одной стороны, его рука была зажата, он не мог полностью открыть ладони, и в ногах часто бывало не менее. Мы помолились, и что-то ушло, мы видели, как что-то вышло из него, и его рука постепенно и уверенно открывалась больше и больше, и он сказал, что ноги пришли в норму. Да, больше нет и не менее. Мне нравится, как сказал Павел, «Я не стыжусь благовестия Христова, ибо оно есть сила спасения для тех, кто верует». Это то, что мы видим. Когда мы несем благую весть, сердца меняются. Когда мы проповедуем Евангелие, люди приходят к Христу. Когда мы проповедуем Евангелие, люди спасаются. Это сила спасения для тех, кто верит. Иисус приказал нам идти проповедовать Евангелие. Это не опция. Он не сказал, если вы хотите, или если у вас будет время. Он приказал нам, вам и мне, верующим, христианам. Он сказал, идите и проповедуйте Евангелие всему творению. Поэтому, если мы только исцеляем больных, мы не слушаемся Иисуса. Если мы только делаем добрые, благие дела, мы не слушаемся Иисуса. Это все ради Евангелия. Это все о Нем, пришедшем спасти нас от греха и дать нам силу ходить по земле так, как Он ходил по земле. Он дает нам силу и власть быть Ему хорошими представителями, делиться благой вестью со всеми. Это о проповеди Евангелия всем творениям.
кто умеет играть в шахматы? Я не умею, но знаю, что в шахматах есть правила. По правилам каждый ходит по очереди. Давайте посмотрим, какие правила у Бога. Вначале Он создал все. Он сделал свой ход, и это было хорошо. Все было в идеальном порядке. Не было голода, не было трудностей. Но Бог сказал, ты не должен есть от дерева познания добра и зла. Но человек сделал ход и ослушался. Они согрешили. Бог посмотрел на нас и сказал, это нехорошо. Человек вышел, стал размножаться, у них рождались дети, и они крали, убивали, завидовали, лгали, все эти плохие вещи. И Бог посмотрел на землю и пожалел, что создал человека. Однажды мы будем стоять перед Богом, и ты будешь знать, что виновен, потому что ты нарушал его заповеди. Многие думают, что если ты нарушил одну заповедь, ты все равно хороший человек, одну из 10 заповедей. Ну или можно выполнить 6 из 10 и все равно пойти на небеса. Но мы знаем, что Бог говорит, нарушивший один из законов, одну из этих заповедей, нарушил весь закон. Чем выше авторитет человека, против которого мы грешим, тем серьезнее последствия. Потому, когда мы встанем перед святым, справедливым и праведным Богом, без тени греха в нем, мы будем осуждены и пойдем в его тюрьму, ад, потому что мы нарушаем его заповеди. Если мы это понимаем, то мы знаем, что нуждаемся в Спасителе, поэтому Он послал Своего Сына Иисуса заплатить цену и спасти нас. Так чей теперь ход? Это наш ход. Как только мы говорим, «Отец, прости меня за то, кто я и что я сделал против тебя», мы делаем свой ход, мы каемся перед Ним, и Он сразу же делает ход, прощает наши грехи. Как только мы крестимся в Иисуса Христа, Он омывает и очищает нас. Бог сразу делает свой ход, и Он наполняет нас Святым Духом. Он сделал ход. Ты ведь еще не делала хода. Что ты собираешься сделать? Все изменилось, когда я услышал полное Евангелие. Оно вдруг стало живым. Я увидел, что могу тоже стать учеником. Я тоже был призван следовать за Иисусом. И вдруг мы смогли выходить на улицы и молиться за больных. Я увидел исцеление через свои руки. Я имел Святого Духа внутри и видел, как Он работает через меня. Я никогда не думал, что такое возможно. И это изменило всю мою жизнь. Я живу благой вестью. Илза только что спросила медсестру, что тут работает. Может, у кого-то есть боль. И та сказала, что мы можем войти, так что посмотрим. У тебя желудок болит? Очень сильно? Я приказываю боль уйти, немощи и инфекцию уйти именем Иисуса. Где боль? Я больше не чувствую боли. Иисус! Иисус исцеляет! У тебя дома стресс? Да. Бог видит. Отдавай все Ему. Он видит тебя. Боль ушла? Ты здорова? Тебе больше не надо в больнице сидеть. Ты драгоценна. Спасибо, пожалуйста. Расскажи им, что произошло. Она только что исцелилась, боли нет. У кого-нибудь есть боль? Мы слушаемся Иисуса не ради медалей и наград. Мы слушаемся Его, потому что мы любим Его, из-за того, что Он сделал для нас. И мы хотим прославить Его, мы хотим превознести Его. Мы хотим, чтобы мир знал, что Он Спаситель, что Он и есть та благая весть, что пришла в мир. Многие сначала молятся и постятся, прежде чем сделать шаг веры. Но это на самом деле намного проще. Бог ведь уже сказал, идите и сделайте учеников. Это легко. У нас есть Святой Дух, и мы просто Его слушаемся.
Это не про ощущения. Он дает небольшую идею или мысль, и ты просто исполняешь это. Просто идешь, Господь, я верю, это ты. Несмотря на обстоятельства, я буду проповедовать благую весть. Ты хочешь креститься? Да. А ты хочешь креститься? Да. Когда? Сейчас. Я часто читала такое высказывание. Проповедуйте Евангелие каждый день, и если нужно, используйте слова. Это звучит очень красиво, но мне кажется, это не библейским. На самом деле, это очень далеко от Библии. Потому что Библия говорит, как они поверят, если не услышат, и как они услышат, если никто не расскажет им, и кто пойдет и расскажет им, если никто не послан. Иисус послал нас 2000 лет назад. Он сказал, идите, идите, проповедуйте Евангелие. Вот это мы и делаем. Мы просто делаем шаг, где бы мы ни были, в магазине, дома, у друзей, где угодно, кого бы вы ни встретили. Эту жизнь Бог хочет дать каждому из нас. Когда вы переживаете эту жизнь, вы уже не можете вернуться к религии. Вы не можете вернуться к старому, вы меняетесь навсегда. И ты готов к тому, что будут гонения. Ты готов продать свой дом и отдать его, если к этому призывает тебя Бог. Я все еще учусь полностью доверять Ему каждый день, потому что я все еще хочу делать что-то своей силой, так ведь? Время от времени. Потому что я привык так жить долгое время. Он все сделал в свое совершенное время. Он привел нас сюда, Он привел людей в нашу жизнь. Он обеспечивал, Он давал все необходимое. Да. Он любящий Отец. Я поняла, что когда приходишь к Христу, Его любовь растет внутри тебя, и у тебя появляется любовь к другим, и это и есть живая вода, она наполняет. И я обращаюсь к людям во всем мире. Иисус единственный. Он есть истина, Он есть жизнь. Жизнь производит жизнь. Жизнь не может оставаться в одиночестве, изолированной. Она воспроизводит сама себя. Если есть растущая трава, то она будет продолжать расти. Если есть дерево, то оно будет расти. Если есть люди, они будут размножаться. Если есть коровы, они тоже будут размножаться. Жизнь производит жизнь. И если ваше христианство живое, если вы вошли в жизнь, которую нам послал Бог, то ваша жизнь будет производить жизнь, ваша жизнь будет приносить плоды. У вас будут дети, у вас будет приумножение. Вы увидите, как вы повторяетесь в других людях. Жизнь не приносит монотонность, традицию и фрустрацию, это все мертвое. Но жизнь приносит жизнь. Мы под покровом Иисуса Христа, мы в Нем, а Его Дух в нас. И поэтому мы можем идти на улицы и слушаться Его во всем. Это жизнь с избытком, это приключение. Иисус умер, чтобы мы имели жизнь. Мы можем быть с Ним. Это отношение. Вдруг монитор сердца больше не мертвый. Это больше не плоская линия. Вдруг есть сердцебиение, потому что в нас есть жизнь.
Мы начали писать новые песни только для Царства, особенно песни о крещении, потому что это было нашим началом. Мы хотели поделиться этим с людьми. Да, мы с нетерпением ждем увидеть, как люди отреагируют на нее, или сколько людей придет к Иисусу из-за этой музыки. Dear Lord, show me the path to you. I wanna pick up the cross, I wanna follow you. Show me how to deny myself and how to walk in your perfect will. Never let go of my hand until we stand in that promised land. You spoke all life into me. Your every word sets us free. We need to walk to the river. We need to die in the water. And then we rise with the Lord. And every sin will be washed away. We need to walk to the river. Harvest is plentiful, labor is few. If you look round like America, you see that it's true. All these workers don't know where to go or what to do. Direction is always in question. Well, I got a question for you. Tell me if a farmer sees a harvest and it's ready, does he stay or does he go? Yeah. Or does he stand outside the barn with the waving of his arms, start hoping the harvest come through the dope, man? Knowing that it's plentiful, well I'm just asking questions, but the answers, man, I already know. That farmer grabs his tools, gets to reaping, cause he know that time is short and there's a lot of work to do, man. Everybody wanna see a move of God, but nobody moving, yeah. In order to be part of a movement, you gotta be in movement, yeah. Jesus is telling us go, that is a commandment. So please tell me which part to go, aren't we understanding, man, so go. Woo, andale go. I know that this temptation to lay low, but you gotta come out of your comfort zone, cause the harvest is plentiful, labor is few. We gotta go out and get to the reaping. The fruit is so ripe, but there's no one retrieving. Then we sit around like, oh God, what I do? When there's a whole harvest out there that just grew. Just go, andale go. Man, we gotta go, man, andale go. Andale go. We gotta go, man, andale go. Come on, andale go. We gotta go, man, andale go. Just go, yeah, yeah, just go. Yeah, yo, we gotta go, I ain't kidding. We are given a light that's not meant to be hidden. We are given a life that's not meant to be living in fear. Caught up in bondage and habitually sinning. Jesus died on the cross, not to save us from hell, but to save us from sin, the part of us that rebels. Now we supposed to be free, no ties down to rebellion. Glory be to the Father, deserving of all the honor. Man, we shouldn't ask God for permission to do what he commanded. Nah, don't gotta say, Lord, let your kingdom come, cause it's already landed. Yeah, and we were not saved by good works, but we were saved for them. Yeah, and works of faith are necessary for our lives. Man, we cannot ignore them, man. So go preach the gospel and go heal the sick. Don't focus on whether you got the gift. Cast out the demon if it needs to be done. Then show them these signs, always point to the sun. Better go for Jesus if you go for Pokemon. The worker worth the wages if the work is getting done. Man, stop examining yourself and what seems right, just know. Jesus said go, that's a green light, man, go. And when you go, don't forget to go in love. It's something that never fails, it's always more than enough. And there is no pressure out there, you just planted some seeds. And some will come round in water and God will bring the increase. That together we reap, if you don't plant
a seed, then nothing can ever grow. So go, why don't let go? Just make it part of your life. The world can encounter Christ. Go be what you purchased to be, 'cause you were bought with a price. Oh yeah.